и потом так столько много, что всегда на хвосте их распределение, которое на хвосте будет представлено и финальным. Ну, я пишу, 80 примерно возраста распределения. Найдется какой-то такой карты потом с остатком нашего времени, который понимает один из 10 миллиардов миллионов и разрушит его. Мы не берем факт. То же самое происходит с фонарами. Сейчас мы будем это изменение количественно, но так уже из этих соображений более-менее ясно. Вот, нужно сказать, очевидно, а что эффект будет логарифмический по его этому отношению. Потому что смотрите, смотрите, в вашем смысле вы понимаете, ладно, может, я не остановлю, но сейчас, по крайней мере, ничего не выйдет утверждение. Это выражение, которое я получил в уравнении. Заходите. Вызывайте уравнение Сахар. Именно Сахар пишет вот так. На то, что я верю, не так, есть культурные люди, которые знают, что Сахар не так, а по-русски это будет, что Сахар, а Сахар не понимаете, как же поскольку я начинаю. Но как в случае учебника коммерции, и в фуме, которая у меня всегда равновесие химических реакций, ну, в частности, равновесие вот таких же реакций в атомной физике и атомной физике. Ну, давайте найдем эту температуру, которая финансовая задача, сегодня она немножко понадобится, когда мы говорим о парадоксах Фермионовской космологии. Мы предполагаем, что имеется тепловое равновесие, и что у нас имеется плазма, которая состоит из. Сейчас говорю, поскольку я это все цифры принял, написаны о реакциях на потом произведен, переходит в критерии из потом. Но я буду пишет такую штуку, это атомный вес, наша посетка там, тяжелый нам. Кстати, тяжелый народе, вот такой замечательный автор. Писатель всяких кулинарных книг, в основном о чае. Псевдоним я вам скажу, что замечательный, Бельян Похлёбкин. Его убили несколько лет назад, и его дача. Почему? Вот, он писал, что чай называли строже, когда вода кипела в белом ключе. Но так принесла кипеть, и сразу дала заваривать. Вот, а мистерия для него всегда состояла в том, что когда вода кипит побольше, испаряется в основном нормальный водород, и вода обогащается тяжелым водородом, и за это становится через вкусом. Я думаю, что это не держит мировой критики, поскольку тяжелого водорода водопроводной воды без водопровода еще нет, если она даже его катится, то вы реально почувствуете. Вот такое объяснение существовало. Надо знать, что мы говорим об этом критерии, и давайте посмотрим, что у нас. У нас есть эта реакция. Син потенциал фотона, как мы знаем, из опыта или из нуля или из нуля. Вы помните, что равновесие хим потенциал частиц, которые не сохраняются, обращаются в нуль и опса. Потому что всегда нужно написать реакцию в конечном состоянии гармонии 2 фотона и такую же реакцию в конечном состоянии гармонии 1 фотон или 3 фотона. Ну и с условием равенства потенциала по левой стороне мы получаем, что хим потенциал не будет. В данной ситуации у нас будет хим потенциал протона и хим потенциал нейтрона равен хим потенциалу энергии. Хим потенциал протона есть тоже, так мы можем опять такое равенство. Давайте напишем равновесное количество критерия. Это плотность частиц. Чему равен спин критерия? Какие будут предложения?
что? Ну, угадать невозможно, конечно, каждый может угадать, а с кем критерии не имеется. Поэтому я вернусь и критерии напишу профессор Таин. Поскольку это часов второго состояния. Имеется частица массивная, и ее любая любое спиновое состояние вполне может быть вернуться. Дальше у меня есть физические частицы, если вы помните, плавность есть масса этой частицы, температуру, разделенную на воды, все минуты рисованные. Ой, я проводил эту форму, вы пытались дать интеграл? Никто не пытался. Нужно интеграл берется, это 40 гамма, там, на инфраграде, на метал, да, после того, как он запрошен. А дальше мы пишем распределение. У меня есть следующее. Мы уже можем отсюда предел, частота заполнения малой, когда мы можем заполнить там глаза. Мы будем выяснить вас на деление. Пошел уже ядерный синтез из протонов.
года образовалось уже достаточно много молодых людей. Мы сейчас воспользуемся вот этим еще соотношением, что число протонов равняется бета, потому что равняется число протонов, и на это буква назначается миллилитр. Иногда эта буква обозначается бета, мои ответы, но это всегда одно и то же. Майло 7 тысяч, я говорю, майло 2 тысяч, отношение протонов. Yeah.
Мы уже идем точно себе тоже упражнение для водорода и для реакции. И получим свои водороды. У нас будет температура комбинации. Там будет несколько больше это отношение, поскольку простая идея более-менее понятна. Мы предполагаем наличие кислорода в организме, используем соотношение кислорода в организме, используем кислорода в организме, и получаем такое выражение, это связано с соединением сахара. Оно нам немножко понадобится, это была наша речь сейчас. А сейчас мы просто сменим тему. И будем говорить о сотворении мира, о самом фундаментале, а именно о профиляции. Профиляция – это сейчас общепринятый кусок стандарта космологической модели. Предполагается, что где-то на совсем ранней стадии, мы не знаем точно, на каком красном освещении она кончилась, ну, где-то на большом температуре, по-видимому, была порядка 10-12, может, даже выше, чем это выглядит, может, выше, может, ниже, это зависит от механизма согрева усиления организации, но что-то было на очень ранней стадии. Указанные ощущения, кислоты могут 13 плюс 9,22 плюс еще 4,26. Ну, значит, красное смещение было, значит, 10,26, если я не забрал. Это отношение вот этой температуры, разогрева. Хитрое отношение с температурой сегодня. Так что абсолютно на это время мы начали принцип. Картина, которая имеется у людей, такая примерно, что когда-то Вселенная расширялась с колесами, здесь времени свободно, здесь мы стали. Потом произошло. Это было вакуумоподобное состояние, исправление H и B, где H и константы операционные параметры, потом она перешла в неестественный закон. Возможно, это было время проверки. Потом произошла Т-стадия. Thank you.
вас буде опрацьоване фізики. З помічної лінії вносимо зашли цілу кучу проблеми, розвищу приймів з спалопні, а чесні проблеми я вже проводив, тому що скажіть ще раз випадляю. Повторюйте. Короче, було замірати історію. Во-первых, известно, что микроволновый фонд, который там приходит здесь, в центре Вселенной, естественно, смотрим на небо, и температура всех кусков неба совершенно отличная. Если мы оценим на таком расстоянии эти кусочки могли знать микроволновые в нормальной хранимости установки, дополнительный микроволновый фонд, порядка 2 градуса. А скажем, почему-то не было человека, что оказался в температуре, впрочем, представлялось совершенно загадочно. Это называлось проблемой точильности или проблемой горизонта. Эти частицы, эти точки на небе находились вне горизонта, вне области, где можно было обменяться световым сигналом. Ну давайте это сделаем и проделаем. Скажите, один градус получен, если можно. Один градус получен, если можно. А вот сейчас мы поможем из тех соображений, что мы имели правильный вопрос, нормально было совершенно. Ну, хорошо. Я не знаю, что
должны вычислить размер, который себе пробежал в центре. Ну, скорее всего, наиболее то, что мы можем, конечно, написать парадную форму, написать интеграл для этого выражения, поставить парадную форму, какую-то характеристику, и написать точное выражение. Поэтому мне очень ясно, что что-нибудь не выражение не работает, и мы находимся за процентом во-вторых. И возьмем просто, например, этот закон за Т поставим на красное освещение больше, чем 34, Вселенная расширялась по этому закону. Спрашивается, почему? Потому что сегодня у нас в области энергии фотонов есть примерно 10⁴ плотности энергии нормального вещества. А когда мы идем в 5 времени, сегодня мы находимся где-то вот здесь у нас плотность энергии нормального вещества, где фотоны, это электрические фотоны, где электрические. Вот, ну, фотоны идут при расширении мира как единица, это как единица на атом. То есть пересечение происходит прекрасное освещение примерно 10⁴. Это точно, кстати, называется вот это. Z-изменение. Точно равновесие между материей, физической материей и радиацией. Ну, давайте какие-нибудь. Ну, во-первых, мы можем оценить время, которое было в этот момент. Для этого мы должны использовать, я вас это оставлю, выражение время, оно надо интегрировать уравнение нашей основы. Ну, вы помните, как мы вычисляли возраст Вселенной, выделить наш через плотность энергии материи и найти ГТ, как и граду нашего ГТ. Это работа не произойдет. Какое-то время тому назад, когда мы читали о Вселенной. Сейчас мы можем сделать такую же вещь и понять, что цель коммуникации, что это порядка 3-10 лет. Когда температура упала до 2 температура. Значит, размер фотонной плотности будет примерно 3-10 лет. Момент размера плотности, насколько его понижается. После этого взаимодействие будет переключилось. Этот разведчик на самом деле не маленький, но он развивался вместе со Вселенной. То есть в настоящее время размер разрешит, она точно не может на 10-30, как мы получим, и на 10-20 лет. То есть в Италии, после рождения, получаем на 10-20 лет. А радиус – это примерно возраст Вселенной. Я сейчас поговорюсь, я говорю об этом. Это надо разделить на радиус, который будет будет. Сейчас, не на радиус, а потом. А на 2 он должен быть на радиус. А радиус у нас 10-50 лет. То есть я получу здесь что? 10-2, 2-2, 10-2, то есть полностью. Если это что-то что-то рядом, через 10-10-2, еще получаем эти бабки, получаем широкую палку, еще 10-60-180, отдаю свои статы градуса. Ну, более аккуратно, чтобы мы получили градус. Понятно, что это было. Оценили вот это расстояние, которое свет мог пройти, и что взаимодействие, и что участвует в взаимодействиях. То есть, что взаимодействует. Свет мог пройти, и что взаимодействие с плазмой. После этого Вселенная расширилась, и вместо такого расстояния он мог уже идти сюда. Вот, даже нехорошо.
И после этого мы могли сказать сколько угодно, 10 миллиардов рублей. Но вот эту область прошли раскрепляться и смещение. Но каждая область, которую Совет мог пройти, покуда он взаимодействовал с обществом. Вот эта область, оказывается, растянувшись благодаря массовому смещению, на ней постановила порядка 2 градуса. И я повторю, что усилия не Инфляция это дело замечательно решает, она делает так, что все время, которое мы видели, оказывается причинно связано, каузально того элемента. Хорошо. Кстати, бывает такое возражение, что на самом деле свет проходит гораздо меньше, чем то, что надо набор этих природных. Потому что это свободное распространение. А свет живет в плазме. И в этой плазме у него преломление открытие дифузии в этом области. То есть расстояние растет как расстояние плавности повышения, как поле зрения, все это оказывается, что он проходит гораздо меньше расстояние. Я уже, по-моему, не спрашиваю, сколько времени занимает у фотона, чтобы прийти с дистанционным проектом. Спрашиваю или нет? Что? Спрашиваю. Да, ну сколько? Ну, хоть примерно. Ну, порядка 50 тысяч лет. Дистанция от фотона заходит у нас за 100 лет, 8 минут. А нейтрино, кстати, выходит из Солнца за 3 секунды. И поэтому, если может какие-нибудь эффективные источники нейтрино или каких-то других слабых взаимодействующих частей, то Солнце бы остывало гораздо скорее. Солнце, кстати, почему такое горячее? Потому что в нем очень плохая теплопроводность. И в центре Солнца есть ядерный реактор, ужасно малоэффективный. Он по количеству произведенной энергии на грамм вещества, там очень низкие температуры для этого ядерного реактора. И его эффективность, как вы знаете, я слышал Игоря Новикова, у навозной кучи эффективность гораздо больше, в несколько раз. То есть это тоже горение, но там тепло выходит, а если она не выходит, то происходит что-нибудь. Какая температура в центре Солнца? 10 Кельвин? Что это? Ну, примерно. Ну и здесь было то же самое. Потом до рекомендации практически не движется. И поэтому я должен быть здесь диаметрин на 10-8 метров. А может быть 1000 метров. Это можно сделать для дифузии фотона. Однако, это, как говорится, просто правильно, но по существу не верно. Формально правильно, по существу не верно. В действительности выравнивание температуры происходит почти в восточном свете. Почему? Дело в том, что тут уже важны микроскопические процессы, и важным является звуковое колебание. Они приводят к тому, что перекачка энергии. Хотя не так может быть эффективно, но, по крайней мере, это более важно, чем прямая диффузия фотона. А к чему равна скорость света в рельсиевской плазме? Скорость звука в рельсиевской плазме. А мы писали, когда говорили о законах расширения, что С вместо квадрата проводится на рельсиевской. То есть, вот так возмущение микроскопических бегут гораздо быстрее, чем индивидуальный фотон. То есть это оценка не такая уж неправильная, она может быть несколько раз меньше, но тем не менее безвредная. Хорошо, ладно. Короче, а вот если по какой-то причине вся эта область образовалась из какого-то до того созданного пузыря с одинаковой энергией, стало бы с одинаковой температурой, тогда этот платон не разрешили. Значит, мы сейчас с вами разрешим чуть-чуть позже. А пока перейдем к следующей проблеме, о которой я уже
чуть-чуть немножко. Называлась проблема плоскость плоскости. По-английски это называется problem of flatness. Или flatness problem, как хотите. Но это слышно. Хорошая часть плоскостности. И это сейчас я пробую, это посмотрите, где он болтается. Проблема состоит в том, что сейчас Вселенная не сильно отличается от Терпмерда Полски. Он по делу в 80-х году думали, что они объединились один облик. Порядка единицы. Что мы знаем сейчас, господа? Помните, где цифра? Я говорю, что я медленно цифры, потому что точность, точность примерно несколько процентов, в зависимости от того, какая группа представляет данные, анализ, как вы делаете, ну, скажем, что вы можете разобрать, вы можете разобрать единицы, как пишут. Если вы не видите, а здесь мы сравниваем. Это новое, это шаг был вперед, по крайней мере, изменить его часть. И теоретически тоже. Вот. И значит, для того, чтобы мы имели сегодня объявили на стадии порядка единицы даже, нужно, чтобы на ранней стадии, на стадии большого инфраструктура, 15-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 
А если мы тут, то у нас будет стабильный, то тоже вот так можно.
Также революционная ситуация, как работа на странице бесконечности. У нас ро инфляции равняется константе. То когда в этой стадии она будет вести себя вот так. И прижиматься к единице с экспоненциальной точностью. Кстати, закон что дает решение проблемы причинности и горизонта, нужно, чтобы инфляция продолжалась. Размер у нас
Комерціальна розшукається, стане зробити. А в Європі не знайдеться таку вищення. Тоді, коли будемо розглядати розмір нашої системи, то будемо, що вона тут практично аналогна. Зараз я розглядаю такий участочок, а потім макет дуже маленька частина, розширений, тому нам розділу розширений розмір. Інфляція це так виходить. І то, що ми бачимо, оказується в середньому здоров'я. Це те, що ми зараз видим на деле русские отторгования. Одновременно инфляция делает другую вещь. Она усиливает и растягивает квантовые флуктуации. Я надеюсь, что сегодня сможем быть вместе. И вот эти усиленные и растянутые квантовые флуктуации, вот два дела. Какие-то исходные макроскопические флуктуации она уничтожает. Помощь растения. Вот она и уничтожает квантовую. Но одновременно еще происходит усиление квантовых флуктуаций, которые могут быть упражнения частиц, в том числе описывается на информационном уровне теории боли. Я постараюсь это сделать сегодня, потому что вот здесь, значит, раз. И эти квантовые флуктуации как раз приводят к тому, что возникают уже на маленьких масштабах какие-то флуктуации вопросы. То есть на маленьких масштабах я имею в виду масштабы на галактическом размере, галактических кластерах, на масштабах размера современного, размера порядка размера современной Вселенной. До 80-го года было, это была причина, не спектр, было совершенно неизвестно ни причина, ни спектр начала перепадания. Всегда, если в любой системе есть флуктуации, это тепловые флуктуации, это квантовые флуктуации, но все они происходят на очень маленьких масштабах. Если я возьму газ в этой комнате, то, скажем, беру маленький-маленький объемчик, плотность энергии в этом объемчике и точно таком же объемчике, где не в том, может уточняться. Это объемчик называется «Мегнетян». Флуктуации в системе вот таких стохастической термодинамической, они обратно на самое легкое число частиц. Ну, посмотрите, но они все происходят на очень маленьких масштабах. А нам интересно масштабы не микроскопические, а масштабы, ну, скажем, практического размера или скопления малого. Но инфляция как раз дает ничего не нужно. Вот эти квантовые флуктуации, она, во-первых, усиливает за счет индесительного закона расширения, во-вторых, растягивает из микроразмера на макроразмер, используя вот эти колоссальные. Вот, так что и последнее, пока мы перешли дальше по уравнению, это была работа, по-моему, 80-го года Чибисова и Муханова. Уровня физиологии, где они посчитали спектр флуктуаций, возникающих при экспоненциальном расширении, и увидели, что он очень близко совпадает со спектром Харриса Газидовича. Который независимо, Харриса несколько раньше, предположили, что спектр имеет некую очень специальную форму, так называемый плоский спектр на всех масштабах, в котором нет никакого размера параметра. И оказывается, что инфляция с хорошей точностью предсказывает именно такой спектр, и что еще самое важное, именно такой спектр и наблюдение. Это такое четкое количество предсказаний, которое действительно наблюдение по инфляции имеется. Посмотрим, как можно, насколько естественно, можно реализовать эти экспоненциальные расширения. Спектр единственное, которое не имеет. Количество предсказаний единственное, проверено.
Есть еще второе количественное предсказание, это тоже возмущение, но тензор, гравитационной волны. Это коммутация, это скалярное возмущение, так называемое. В общей теории относительности есть три типа возмущения. Тензорные, векторные и скалярные. Так вот, скалярные мы видим, и они очень часто предсказываются. Тензорные возмущения, графоны, они зависят от модели. Самых простых моделей немало. Оказывается, их вроде бы было открыли с помощью канализации или этого значения. Она не смущается просто тензорными модами, графонами. Мы потом выяснили, что это часто считается что-то неправильным феноменом графона. Очень приближенные вещи. Но векторные возмущения, они из фенгулярных. Чтобы они были заметны сейчас, вначале они должны быть достаточно большие. Вот такая ситуация с этим. И многие люди, которые считают, что инфляция еще не окончательно доказана, говорят, вот давайте обнаружим эти очень-очень длинные графоны, это имеется класса лайзер, спектр предсказывается, что его будет вот этот степенной спектр с показателем 0,96, если не ошибаюсь, и число довольно определенное число довольно близко к этому. Хотя это тоже довольно зависит, но не так сильно открытое. Давайте теперь несколько слов о механизме. Для этого нам нужно так вот заняться чуть-чуть теорией скалярного поля. Потенциал. Мы можем говорить
могут быть разные ситуации. Но еще можно, конечно, взаимодействие этого поезда, и параллельно чтобы сделать более предвзятым поле, так что каковы в обычных моделях уже если Платона. Тогда вот именно на одной панели, тем не более, так сказать, плюс одна четвертая, и вот это 4. Это обычно рассматриваемые теории. Это не обязательно. Такое может быть более сложное. Сейчас пишут абсолютно невообразимую гадость. Это физическое впечатление. И для этого поставлю, то давайте пока приходите в рамках аналитических моделей. Если мы лишь вот это очень другие обычные какие-то теории, так называемые были нормирования моя, это одно значит, что такое перенормирование теории, традиции, которые все бесконечности могут собираться под камерами, а они используют лишь парочку красных. Хорошо, так что это будет сегодня на нашу форму. Кстати, мы могли бы написать еще фигу. На это представляет, что фигу можно устранить перед определением боли или нельзя. Могу ли мы брать публичный член, если человек сдвигнул остальную величину? Тогда там полностью достанется линейный позиционный, да? Линейный для всегда нового. Ну, в принципе, можно написать еще фигу личную. И мы с вами исполняем Александр Ленин, и образование фигу, и фигу, и спасибо. Ну, что ли? Ну, ладно. Мы возьмем какие-то динамические формы на потенциале. И посмотрим, что все можно сделать. Если мы имеем, значит, кривое пространство, то кто использует? Это терминал. Тензор, не обязательно являющийся тензором Моховского. Вот. А я бы сказал, что здесь надо писать проблему, которую нужно. Но, к счастью, проблема в таких изгодных раскадарах равны обычным произволам. Это только на векторах и более высоких тензорах. Кстати, нам сильно повезло, что в Моховске ходит тоже обычный производный поля. Знаете, да, что добавить вариацию вот от этого.
Атлетики зависит от того, как это будет. Поэтому мы должны вместать плюс, и закрепить на модель, и закрепить на модель. Вы знаете, что когда закрепить на модель, это значит частная классификация. Тоже стандартное обозначение, что значит, как же закрепить. Хорошо, значит, тензорный объект, закрывайте его за лишь в простейшего случая. Ну, можно во всех случаях написать. Он вам сейчас понадобится, собственно, важно будет писать уравнение. И лишь в первом случае, когда вам вселенной, для меня не будет старая уравнение. Отсюда у нас будет что? Минус в минус, давайте писать. Минус. Уже в минус. Будет 1, 2. D, альфа, фи. На D, альфа, фи. Это кинетическое число. Минус. Ничего, если я даже раз начал более зависеть от координат, я научу здесь зимы, я здесь не разделяю на х, а х, это не то, что получается. Это то, что получается на разделе, то, что энергия в квадрате, плюс к в квадрате, и плюс n квадрат, и квадрат, соответственно, на втором. То есть 1 вторая энергия, плюс 1 вторая энергия, квадрат плюс 1 вторая. То есть получается 1 энергия. Все просто. 1 вторая квадрат, 2 энергия, 1 вторая. И отсюда мы идем в квадрат, да, это на самом деле человек квадрат. Мы просто вся коллега. Хорошо, теперь мы должны еще начисать число. Напишем, что нам предполагает, что ситуация однородная. Незаконно, и пишем еще выражение метаболизма, потому что вот он даже где-то есть упоминание чисто с коэффициентом. Да, действительно, двойка, правильно, не сообразили.
А чи тут я тут є лікар? Ну, ладно, потім потужно сообразить. Кстати, за один момент, сейчас посмотрел на свои листки, еще была проблема так называемых магнитных монополий, которые инфляция решила. Считалось, что Вселенная до инфляционной модели была горячая вплоть до температуры квантовской, а если так, то в такой Вселенной должны были рождаться магнитные монополии, если справедливо моменты большого объявления. Знаете, что по-английски значит гад? Нет, не читается гад, по-моему. Не слышал. Нет, ну гад это кишки, а с другой стороны есть выражение микроградс, у тебя есть множество, градус, что-то подобное. Ничего не ограничивается здесь нет. В общем, если вы были по модели нашего объединения на штампах 10-15, то в процессе охлаждения Вселенной, прекрасно приходят нарушения, образованные магнитные монополии, которые в своё время предложил Дирак, совершенно дурацкой теории, но они всё-таки не были дурацких работы. Здорово угадал. Оказывается, что в теориях, или в общем теориях со спонтанно наложенной скрипли, магнитные монополии просто обязаны быть. Это очень нетривиальная конфигурация калибровочных и хиггсовских полей. Это был ответ одновременно Поляковым и Тофтом. И это была одна из проблем тоже обычной космологии. Ну и если было экстенциональное расширение, то монополия бы совсем не осталось. Стало бы его. Иначе, когда мы выглядим в этом расширении, это будет космологическое расширение, и в Вселенной жить было невозможно из этих монополий. Мы тоже отношаем по Вселенной, и Вселенная остановилась очень рано. Очень активно эти монополии искали. Какое-то время назад, было большое потрясение, шум, пресса, когда объявили, что в Стэнфорде обнаружили такой монополий. Эксперимент не подтвердился, и это могло быть на самом деле регистрацией тяжелого ядра. А шутка после инфляции ходила такая, что инфляция предсказывает, что на всю Вселенную находится максимум один монополий, и вот он как раз прилетел в Стэнфорд. Шуточка, ну это сейчас не видно, но тем более они уже тяжелые. Они перешли проблему энергетического кризиса. Монополь реализует распад протона. Протон, попав в его близость, в крестности монополь распадается и выделяет, соответственно, 1 F электронной энергии. Так что можно было бы иметь совершенно бесплатные антипротивники, разваливая нашу планету и все, что угодно. Ну, пока не видно. Кроме того, что мы находимся, понадобилось, тем самым убивая наши надежды на решение энергетического кризиса. Хорошо, значит, давайте теперь мы посмотрим, что мы могли здесь сделать. Нехорошо, что здесь я. Давайте посмотрим, все-таки напишем 4 равно π. Равняется, давайте вот посмотрим на выражение, его выписывать. Есть в этом выражении вот n min, член пропорциональный g min и член пропорциональный n пропорциональный производитель. Если по какой-то причине члены пропорциональных производителей оказываются маленькими по сравнению потенциальной энергии, то у нас будет d min равное примерно и должно же значение. Но вначале напоминает, это если
вакуум накопленный на одежде, она не совсем вакуумная, поскольку мы привели члены его персональных организаторов. Поэтому она не будет строго постоянной, но она может оказаться почти постоянной. И тогда мы будем иметь долгое экспериментальное расширение, поскольку для такого тензора импульса P равняется 2. Это означает, что у вас точки функционируют. Помните это уравнение. Оказывается, это в каком-то смысле самоподдерживающая система. Если поле может быть где-то тут, и потенциал большой, то оно может и норовит быстро свалиться сюда. Оказывается, что если потенциал большой, и оно генерирующее направление, то велика постоянная хабла. А раз постоянная хабла велика, это означает большое трение. То есть это поле медленно движется вниз, как шарик в глицерине, и приводит к долгому функциональному расширению. Давайте напишем, что у него выражение для вас А в этом случае. Постепенно так приходим к модели операции в решении медленного скалкивания. Slow Drone Approximation. Значит, посмотрим, что у нас будет на h. h квадрат, h квадрат это 3h квадрат, это 8 движений, 8 и на slow квадрате равняется так далее. Я считал, что это сильно просто. И идет членом порядка привезли. Вот. И здесь мы можем написать это на уровне массы и на 3 массы плана по квадрации и на полу. А у нас вообще не позволяется там. Обычно рассматривается как модель либо одна степень, либо другая, но это решить. И полностью вообще можно не пренебрегать. Здесь члены порядка. Не пренебрегать производные линии. Тогда здесь надо писать про, чтобы тогда мы включать наш квадрат. И поменять двух, плюс, чтобы на вторая, и сколько квадрат. И писать. Точное уравнение решает их численное. Численное решение очень похоже на логическое. Особенно смысла не будет. Это точное уравнение движения. Поле фи. Мы написали тензоры на импульсы, мы должны проварировать его, что мы держим по фи. Дальше будет минус. Это обычный у нас оператор Коламбера в прямых координатах. Дальше мы должны были написать плюс штрих. Но сначала напишем точку и стрижку. Ну, штрих это производная потенциала по фи. Это струнные движения для поля фи в прямом пространстве, а это вообще, учитывая то, что организуем, конечно же, это результат по варианту производства. Понимаете, что для изгоняемого уровня по варианту производства равнообличный, но уравнение у нас имеет D, уже простое упражнение на сами
приписывали Христофелю, но и иногда сам мог пройти. Это то, что называется хаосом тренера. Я решил это отменить, но в то время тренера Вера это то, что называется приближение длинными спадами. Это приближение у нас очень хорошее, если постоянная хаоса, я повторяюсь несколько, не будет далеко. Сейчас мы это уравнение решим. Когда мы будем сделать перерыв? Через 10 минут. Ну, хорошо, давайте. Мы начинаем 2:15. И нам прибавить 1:30. Сколько? 1:35. Да, почему такое? Там вообще не 45 минут, а 10:45. Ага, то есть мы это звонков нет. У нас богаче воздух. Потому что звонит. Он сейчас стоит в том здании. Звонки и все. Ладно. Значит, мы сделаем такой трюк, который мы делаем за повышение дифференциальных уравнений. Мы найдем решение в некотором приближении, которое принадлежит старшему производителю. И найдя это решение, на нем уже проверим, вошли ли старшие производители. Видим, что они не вошли, точнее говоря, увидим, когда они не вошли. Значит, мы решаем уравнение источник. Thank you.
правильное решение, потому что через проводку нам победа. Все хорошо? Хорошо. Конечно, это вопрос такой. Значит, тут мы хотим, чтобы у нас было ашко потенциальный летний, то есть было достаточно велико. То есть параметр какого помощь у нас полный. В этом случае нам нужно три квадрата. Ну, на самом деле, достаточно, чтобы было несколько раз больше. Чтобы фильм больше 3-4 на склонке. Люди почему-то этого пугаются. Говорят, ну как же так, поля не должны быть больше повреждения у нас склонка. Но это не правильно, конечно. Потому что у нас наша теория работает на финансах. Так сказать, мы знаем надежно, пока мы не приходим в квантовый режим. А для квантового режима отсутствие надо, чтобы он был, но не более меньше, чем у нас номер 4 среднего. И вот эти условия будут выполняться, если у нас масса была в таких годах. Мы возьмем, вот если масса более будет достаточно мало, тогда n квадрат и квадрат будет намного больше, чем масса плана. Если n квадрат меньше масса главная, хотя обычно меняется n квадрат меньше, чем у нас есть n квадрат, n будет меньше, чем если у нас есть масса главная. Это нужно, потому что не было слишком большой перетурбации. Саша, мы сколько брали? 10.6? Хорошо. Значит, время имеет такие условия. А что будет, почему я говорю, что вот это вот наше понятие ограниченный случай? Дело в том, что у нас возникает такая еще форма. И на то, что это не важно. То, что это там квадрат Си, квадрат самого. Придет внимание хорошо, у нас возникает решение качественно меняется. У нас вот в этом случае у нас было медленное скажение. Хорошо. Я могу спить поставить. И сначала медленно, а потом начинает делать вот такие колебания. Вот такая вот оценка. И это показывает численные счеты, аналитические оценки. То есть покуда хата младшился, работает выше производства, оценал стал маленьким, превращается в практически в гармонический осциллятор. Но правда не надо забывать, что вот эта первая перфонная, она уменьшает амплитуду поля, то есть решение у нас на этом режиме будет что-нибудь такого типа фи пропорционально. А все три вторые на косинус или на синус МТ плюс какая-то фраза. Если вы можете нестандартный способ, как убрать первую производную из уравнения чудового порядка, знаете способ? Надо знать, потому что он иногда включает жизнь. Давайте сейчас сделаем. В общем, видите, вообще дифур, который мы должны так рассмотреть дифур или посмотреть на это. Вы видите дифур, если вы специально на моем уровне, что у нас вот такое нравится. Допустим, если мы не можем говорить, а, если точка H может быть разделение, на самом деле, для любого единого объекта работает. Я еще много вопросов, скажем, Z. По украинскому фильму, а говорится Z должен выбирать. Это выбирает номер B, так что вообще это дело происходит. Значит, Z, точечный номер номер, плюс 2. Z, точечный номер номер, точечный номер, Z. Мы выливаем с двумя точками, минус 3
зробити до нього. А потім дерево перезвати, а то все добре, бачиш? Куди мов спочити? Де то рамується на нас? Рамується та спочити на нас. Я побачив, що до мене, що я всіх не дивився на А, від Тарка. Правильно. Правильно, коли ви отримуєте, плюс Z, Z плюс что? Ты знаешь, что можно выбрать спочку? Минус. Вот я, что вы знаете, не делаете. Делите так, что ли? Правильно, если тут вы поставили эту штуку. Сколько раз, 2 раза, не знаю. Ну,
наше число і кратності. І от це число N є мігрант аж таке. То є спроба тим ваша чорна сістка, то буде 8 B. А гігрант на нас нам не продається. Можна зробити інтеграли
А можете я просто? Можете я просто помочь? Ладно, хорошо. Теперь, может, несколько таких общих исполнений. Спрашивается, были разные модели реляции. Я уже сказал, модель основана на методах скатывающихся скатывающих полей. Возникает вопрос, откуда такое могло бы быть. Все легко помогается. Очень красивая идея принадлежит Андрею Линне. Она, так скорее, философская. Вот. Ну, может, реализуется, но как правильно, я не знаю. Андрей, за свою философскую идею получил премию на Бутовом, если вы знаете, премию Миллера. Вот. За то, что мы только ехали, еще была тоже красивая идея, что в разных местах поля протекционные и вообще там всевозможные поля принимают разные значения, и поэтому далеко-далеко за горизонтом существует Вселенная с совершенно иными законами физическими, другими константами. Это, конечно, несколько противоречит. Противоречит, возможно, там жизнь бывает возможна, или, скорее всего, жизнь там невозможна, поскольку наша Вселенная изменит потом наше существование. Иногда этот аргумент переворачивает, говоря, что есть такой антропный принцип, что мы находимся во Вселенной, которая подобна на наше существование, значит, тут условия, которые для нашей жизни годят, зависит еще от нас не есть, и после этого мы на Земле. Мы это не можем делать на жизни. Мне этот принцип не нравится, но я свои терминологи хотел бы получить. Очень удобно поэтому. Вот. Нет, он требовал много красивых работ, действительно нет, заслуживаю. А у него идея была такая, так называемая, хаотическая инфляция, что исходное состояние в нашем мире было некое хаотическое отсутствие и пространства, и времени. Квантовое пространство времени, что это значит, я не знаю. Вот. И там действительно метрика была. Какой-то хронофлующий пульс, характерный масштаб элементарного плана пространства. Никаких условий, чтобы задать какой-то вопрос, классически не было. И по случайной причине где-то, вот, всякая частная штаса или еще, по какой-то причине на расстоянии порядка местных локальных горизонтов скалевое поле образовалось почти что постоянно. Но это вполне возможно, говоря, не нужно большое. И тогда вот этот вот кусочек с почти постоянно расчетами стали расширяться. И превратиться в нашу Вселенную, потому что будет и классическое время, и классическое пространство. Поскольку там
очень красивая модель, поскольку наличие вот такого измерения, которое является в силу самого свойства, оно симметричным является относительно вот этого вращения здесь, единообразного метода вот есть гравитацию и электромагнетизм. Вы скажете, что если вот есть такой мир, симметричный относительно общего варианта преобразования, в частности, преобразование вот в этом пространстве, вы просто покупаете электромагнит, и у вас вылезет максимум среди разных и максимум среди действий есть единичный. И свойство пространства вы знаете, как вы знаете, как вы знаете. Скорее всего, это модель реалистичная, но так очень интересно. Мы эти изменения не почувствуем, пока у нас одна волна измеряемого, измеряющего объекта, мне кажется, меньше, чем вот этого помощника. А также можно себе представить, что в каждой точке пространства еще будет четвертое измерение, где чем-то продолжается. Представьте руку, но мы там в пространстве лучше. Вот. Так что... Какие проблемы здесь решить можно? В этой модели нет. А, в модели дело в том, что в эту модель не удается засунуть фермионы керамии, которые требуют, на самом деле, некоторого большего числа измерений. Беспроблемные модели, это будут модели, которые на суперструнах или супер, как сказать, манифолдах, в которых размерность должна быть раз 10. Дается сделать все необходимые рамки симметрии. В общем, мы исходим из того, что есть какая-то глубокая симметрия, которая куда можно засунуть эфирные волны, и позволит, например, не надо засунуть. И это первое. Первое, что пока пространство симметрии вымораживается, и проявляется как внутренний или мощный. Вот в этом нашем трехмерном мире мы имеем обычные координаты преобразования, как преобразование общества или постепенности, а здесь это выглядит как преобразование калибровщика преобразования психологического. Это связано с интригой того окружения. Ну, вообще так исторически он может прислать. А тут первая информационная модель была предложена. Считается, что она была предложена Аланом Чусом. Физик из MIT. Вот. До него. Но это она не очень конкретная. Это была предложена Дмитрием. Казалось. Грек, работающий в США, на полгода, наверное, раньше. Алан Гус, он так четко сформулировал, что инфляционная гипотеза об инфляции позволяет решить проблему феноменологической экспонации. Казалось, это сделал почти что то же самое. И несколько раньше, что все остальные деятельности содержались. Вот. Была примерно в одном же времени с Казанцем, работа Старобинского. Потом, собственно, инфляцией не очень-то и занимался. Алла Кус просто посвятил свою руку решению проблем феноменологической космологии. Старобинский рассматривал некую специальную модель. Здесь на марку обычную мишку, и видно, что в этой ситуации будет экспоненциальное расширение. Он упомянул решение проблемы горизонта, насколько я помню. Но его главная была задача выполнить сингулярный режим. Спустя время была полна, хотя сейчас это очень популярная модель, особенно в связи с обнаружением бромоны, которое может быть отсутствует. Ее можно отличить от модели гироскопа, измерения электропараметров спектра.
врачебне і діагноза, вона мала так називаємо стан інфекції, і вона прочитала, що це написала поліфірма. Наверно, от так. Поліфірма начальна живе в першому мені мені. Потім вона по какой-то причині не вирує. І живе в цьому мені, і от такою експонентальне розширення всіх. От ця картинка, наприклад, на ручній картинці, коленочка фрея с нарушением фрея, с спонтанным нарушением цепления. Тогда как вот считалось, что при высоких температурах, как в первом месте, при больших температурах, как слабым спокойно, мы живем в мире с временем, когда симметрия была восстановлена, температура падает, симметрия нарушается. Происходит что-то типа спонтанной иммунизации. Буквально стадия результатов, а не знать, как это все происходит. Это связано с тем, что эффективный потенциал в такой теории является не просто потенциал, который в а также еще кинетический член, который выражал. Если мы начнем так аккуратно фундовать, то именно надо учесть эти опыты перемены, и тогда в тех переменах не дело так сохранение а в терминологии оно происходит в том образом. И дальше что происходит? Дальше происходит дистанция и есть рождение частицы. Было почти что сразу понятно, что такая модель не реалистична, как называется, получил название сталой инфляции, по той причине, что он попробовал здесь, мир экспоненциально расширяется. Этот пузырь не расширяется экспоненциально, но расширяется довольно быстро, но так похоже на это. Возникает такая процесс, возникает достаточно небольшой экспоненциально растущий пузырь. Он может расти, да, макроскопически, астрономически больших размеров, но все равно недостаточно видим. Возникает пузырь, возникает третий пузырь. Эти пузырьки никогда не столкнутся, а мы Вселенная представляет собой совокупность таких вот пузырьков, которые никогда не приносят побольше однородных изотропной Вселенной. Вот. И для того, чтобы это дело проблематизировать, главное нужно так называемую модель новой инфляции, которая очень похожа на рынок. Потенциал был вот таким. То есть можно инжектировать куда-то сюда, и потом долго не будет высказываться. В этом смысле она очень похожа на вот эту модель. Эта работа была предложена механизмом одновременно Андреем Линдом, а также парой людей из Пенсильвании. Это Альбрехт и Штайнер. Ну, какой-то там произошел небольшой претензий друг к другу. Ну, что так или иначе, когда люди сын фундамента и Штайнера, называемый новым. Но она, в принципе, работает. И надо сказать, что вот этот приявочек вовсе не обязательно может рассказать ситуацию вот такую. Вот. И дальше были разные модели инфляции, которые и очень хочется, которых люди писали, произвольно и вовсе. К от Фи, которые есть под разные. Они писали все, что угодно. Функцию может быть действие, но не начало бы происходить. Тоже что особо принципов, что вот это трудно, ну, там будет трудно. Как говорится, все, что запрещено, разрешено, это там называется да, эссенс, еще чего-то эссенс, разные функциональные модели. Книги убили. Не хотел бы вам говорить, тем более, что я уже много лет прошу, может быть, потому что вы не начали нравиться. Вот. Во всех этих моделях мы говорим, что общее, это все они должны прекращаться фазы, когда будет финансовый рынок, когда частицы. Нет, просто потому что куда-то и возникнуть на самом деле очень горячий рынок.
Спасибо.
Вообще есть два механизма порождения частиц. Один механизм, но он более эффективен. По крайней мере, на стадии, когда флотон уже стал отстреливающим флотонным полем. А второй механизм порождения частиц в эволюционном уровне. Это тоже может быть существенным. Рождение тяжелых частиц. Ну, давайте сначала посмотрим, как описывается рождение частиц вообще так. Вот обычный теоретический поле. У нас имеется такое-то определение поле. Это мы будем рассматривать как классическое поле. Ну, например, осциллирующее электрическое поле. Вот если оно будет осцилироваться большой частотой, больше масса электрона, то мы будем рассматривать электрон из этого поля. Кстати, если очень сильное поле, оно рождает и статическое поле тоже рождает электрон из этого выпада, но оно должно быть фантастически сильным. Такого типа поля можно быть квазаром. И даже поле, не зависящее от времени, может родить его с его распада, так называемый эффект Шмингера. Вот он первый посчитал все это, что статическое поле замечательно рождает электрическую силу, естественно, больше, там, ну, типа 10-15 вольт сантиметра. В основном, в принципе, такое возможно. На самом деле, там очень сильное магнитное поле, а превращение оно перерабатывается в электричество. Значит, вот здесь, давайте мы будем пока потому что мы не такая экзотика, то заново такое рождение происходит. Вот. А рассмотрим фиолеты, которые взаимодействуют с каким-то более другим комплексным тоже. Это может быть вторым, могут быть образованным, ну и просто специально. И у нас будет как квантовый город. Вот, потому что процесс рождения частиц, квантовый рождение и классический процесс. Будем попробовать посчитать сначала в теории размещения, чтобы получить какое-то чувство о том, какова вероятность рождения частиц, а потом в общем видении. Кстати, по поводу Шмингеровской модели, у нас была статья, которая мы изменили название, называлась «Шмингеровский процесс на Шварценеговском горизонте». По-моему, довольно любопытно, если мы имеем черную дыру, массы типа 10-20 граммов. Вот такая черная дыра будет насасывать для себя электроны. В принципе, протоны. Подвижность электронов невелика, а внесли на ту самую окружающую среду, поэтому такая звезда заряжена положительно. И если очень маленький объект с сильным крахмолем, то на горизонте будет сильное электрическое поле. Можно посчитать в горизонтной конфигурации, она кажется такой, что поле на горизонте окажется больше, чем в сущности. И поэтому такая черная дыра будет очень эффективно перерабатывать протоны в позитроны. Она будет натягивать протоны, а испускать позитроны. Потом, в принципе, мы можем объяснить линию. Знаете, если с центра галактики идет линия, фотонная, и кто-то 10 метров. А мы, это как раз масса электрона, и поэтому единственное объяснение, что такая линия идет от вентиляции электрона-позитрона, очень интенсивно, и просто позитрон появляется в одной земле. План Дейнса, мы с тобой делаем. Как мы посчитали его отражание? Вероятность рождения частиц несколько наивным образом. Ну, как обычно, что мы считаем теорию размещения? Вы знаете из квантовой механики, что от какого-то процесса, если вы начали там потенциал взаимодействия, то квант между чем и конечно состояние. Знаете, что такое? Утверждение. Ну, давайте напишем такую штуку. Посчитаем смотри, какая-то горячая времени функция. А это мы будем рассматривать значит, амплитуда, у меня какой-то был обозначен А, от А1 и А2, это будет тоже что угодно. Я рассматриваю начальное состояние. Это что-то было.
Это обозначение для частицы хи и альфа хи, симптомы. Дальше реагенты здесь мы называем стадионом. Это начальное состояние вакуума, в конце падающей стадии тонарной. Я должен взять вот этот момент. Лагерчан, где это рассматривается, классическое поле, эти операторы, которые будут, как всегда, когда я пойду в поле, я разлагаю по операторам крушения еще двух частиц. Это следствие. Ну, давай, Николай. Ну, давай. Это вроде, знаете, я должен, значит, соответственно, ставить эту машину в поле. И человек его написал. Мне кажется, я писал, может, я спорил, писал, знаете,
palabra que se está escondiendo para que adelante un gobierno para ti para Marta por el grado de acá de las peinas la próxima palabra es que como se dice que tiene a ver tanto como de la pastor no me he hecho cosa cuando yo tanto está con la parte está con la grande es que me sigue desde el espacio que va a ver esta palabra entonces yo creo que está con la palabra y extremo con la palabra y es y es una vida la noche de un poquito de las cosas que yo tengo que me para la tres la supresión de experiencia que es la persona que es la verdad no todos tenemos la tradición, no estamos en la tradición. Por lo que escriba, ya me ha pasado desde el banco y a la estadía. ¿Qué tal se me pone? Так определяется у нас одно частичное состояние, как определяется так. Состояние один, то есть А, как есть, есть и все равно. Определение, что это так, как рождение частицы. Это есть такая штука, которая действует на вакуум, дает одно частичное состояние. Для этого они перекликованы. Значит, то, что стоит здесь, это результат действия два раза оператора. Вакуум, так, и пойдет на вакуум. Потому что значит здесь другая частица. Ну, я сделал это состояние, как мы называем, диаметр. А это состояние вакуума, состояние сопряженное. Вот, ну, если вот такими операторами появляется справа стоит, то надо сделать это сопряженное. Теперь смотрим, что будет. Значит, здесь у нас стоят вот такие точки позвонили, а здесь вот операторы. Один, другой, третий, четвертый, вот там вакуум. Мы должны промутировать эти операторы так, чтобы они, действуя прорвавшись сюда и туда, давали канал. Ну, например, вот этот оператор, если сюда даст канал, потому что этот оператор уничтожаем частицы. А когда ничего нет, мы просто обратим. Это оператор порождения частиц, но надо его как-то через что-то перетаскивать. Ну, это есть оператор уничтожения, то он прямо на что-нибудь действует. А вот это вот оператор, когда он действует под нуля, да, снова. То есть у нас останется оператор, да? Здесь нехорошо, здесь надо написать АК1, но АК1, АК1, В1, это вот отсюда, здесь у меня платформ, здесь у меня остался В1, отсюда у меня остался от коммутатора АСК, это будет как, и здесь
два контрахули, а ти ще не менш 300 гривень. Вроді більшого. Послідує декарат, і виходить, у нас слідуючий, в конце концов, зміщати об'єкт, за конкурсом. Функції. Що, ти думаєш, що написав? Я отправил плюс на 2, а отсюда у меня еще на
Считаю, что в начале этого отношения мы не стараемся
определение на физике. На физике. То есть фиг-тем. Фиг-то, как он типа. Поэтому должны сами знать, как определяется оператор какой-то частиц. Вот таким образом можно оценить скорость нахождения частиц. И тогда делается, решается уравнение в вопросе фиг-тем. Точку мы будем выделить H равно источник плюс полный вам подпишет. Это иногда хорошее приближение, иногда не очень. По той причине, что вот такое вот приближение, что мы описываем упражнение частицы с помощью гамма фи с точки слагаемого, оно не всегда хорошо работает. Оно работает в случае только связи, о которой я говорил, фи-фи-фи-фи-фи-фи. А если что-нибудь более сложное, это потенциал самодействия фи, m квадрат, фи квадрат, а скажем, лямбда фи-4 или что-то другое, это приближение не очень хорошее, там надо как-то исхитряться, это занимание, скажем, как более сложное в этом месте. Ну, в принципе, вот так и делают действие. Вы где-то окончательно изучили, но спрашивается, что же мы делаем, если у нас какое-то неперторбативное поле. Как вообще в общем виде описывается это определение частиц? Вот. Это методика разработана, правда, для ситуации, которая не очень хорошо работает в основном. Это называется метод преобразования Бугаева. Те, кто занимается физикой первоначально, знают, как это преобразование. Оно в физике первоначально часто употребляется. И сейчас я вкратце объясню, что это такое. Допустим, у нас мы хотим, не опираясь на чем-либо смещение, точно решить задачу о вероятности рождения частиц. Точно это значит свести к какому-то дифференциальному уравнению, которое мы можем точно проигнорировать, и решаем вот, численно или решаем аналитически, как решить. То есть придумать какой-то метод, который это позволяет сделать. И для этого люди говорят о преобразовании Бугаева, хотя это можно обязательно. Я попробую определить, что произошло. Значит, у нас есть поле хи, которое живет по внешнему поле присутствия. И при том, что не плюс. Давайте вот напишем для как для проблемы мы считаем, что поле у нас однородное, поскольку мы всегда будем делать и же, и объект, неопределенности, связанные с этой нормировкой. Я собираюсь куда-то написать, потому что, кстати, при правиле я пошел, чтобы это нормировать. Вот. И как в этом случае поступить? То есть я контур проведу. Так, положим я нашим образом. Это будет границы интеграл. Что означает ГТК с правильной нормой. ГТК на 2 в кубе, в кости, и в кубе, что это такое. Дальше я пишу всем ГТК на Т, где в степени И, А, В, С, на квадрат А, И, А. Вот такая вот эта штука. Хорошо. Теперь делается предположение следующее, что Ф от Т исчезает или стремится к постоянному значению на плюс или к столешности проблемы. Это существенное значение для этого. Значит, здесь оно уравнение, здесь какое-то постоянное, выходит какое-то постоянное. Обязательно одинаковое.
Вот. Я тогда могу сказать, ну, лучше бы, я могу сейчас проще работать с одинаковым. Значит, вначале у нас есть АТ, у нас давайте сначала посмотрим, что на одинаковой сердечке не состоит. Я в степени минус и отдается АТ. Спрашивается, во что он перейдет в АТ равно бесконечности. Так во что? Можете сказать, какое-нибудь решение вот для такого типа вариации кинетика провода, а тем же самым даже самой синтез. Ну, знаете, я понимаю, что как-то представить так, что по условным людям трудно сосредоточиться. Что? Что мне починилось с ним?
Почему что? Чего? Альфа плюс бета? Потому что у нас одинокий является... Потому что у нас одинокий является единица. А тут у нас будет единица плюс r. То есть единица плюс r это альфа плюс бета. Вы можете проверить, что закон сохранения потока было, но подумайте, вот Александр Сергеевич со мной не согласен, хотя вы, по-моему, обсуждали это, но я, может, и больше не знаю. В общем, это закон сохранения потока, но мы вот имеем, еще раз повторяю, альфа и бета – это ситуация единицы и первого. Две молнии, одна и одна, а другая – здесь как раз элемент написано. А то, что тут единица, это буквально бета. И я переписал эту историю как Б2. Ну что там у меня в этом? Ну, вместо... Сейчас давайте посмотрим. У нас вместо единицы, альфа квадрат минус метр квадрат равняется единице. У нас... То есть я думаю, как это? Готовите сами, да? Вот это правильно. В следующий раз поговорим. Хорошо? Или вы проверите учебник. Возьмите преобразование Голюбова и увидите, где это написано. Это будет буквально это есть на самом деле не просто так, а условия сохранения потока. Мы имеем уравнение второго порядка, где у нас некое сохранение интеграла сохранения существует. Это квантовая механика, это сохранение вероятности. Здесь буквально такое же уравнение. Это как уравнение Шрёдингера, только вместо координаты мы пишем время. У нас был лапласиан, плюс потенциал, а здесь немножко другое. Хорошо, значит, дайте пока пример эту штуку. И теперь, значит, в конце у нас возникло решение. Вот такое у нас ход Х. Конечно, состояние будет. Это будет А. Я пишу интеграл по дате Х. Конечно, К. Здесь я перевижу. Конечно. Это в конечном состоянии. Я должен здесь написать альфа плюс бета плюс бета плюс бета минус бета. Это в конечном состоянии. Плюс бета плюс надо сделать следующее. Надо определить новые операторы, которые находятся при положительном числе. Здесь у меня минус. И что точно важно, чтобы эти операторы обладали бы теми же самыми каноническими коммутационными соотношениями, что старые. Иначе теория будет какая-то дураковатая. Для нас важно, для чего нужны вот эти коммутационные соотношения А за S, чтобы у нас и с источником коммутировали на эту функцию.
условиях атомной механики, что XP коммутируемая единица была модель электронической электроники. Так вот, оказывается, что если выполняется вот это вот условие, если оно опять же не обратно, то тогда у нас получается та же самая эквивалентная теория, но первая вот такая вот первая. И это все можно также уже задача связывать. Получается, не нужно обижать никакой теории возмущений, то есть можно ее использовать, если она применима. А нам нужно решить задачу, дифференциальное решение уравнения решения, которое ответит по какому-то физическому барьеру. Это может быть квазиклассическое решение, может быть перформативное, а может быть численное или какой-то другой другой способ. И когда вы будете знать А и Б, вы будете знать, что сколько частиц отбилось, я еще заранее скажу, что вероятность изменения частиц это нам нужно не немножко подумать, как это рассказать. Вот. Это мы сделали, может быть, в прошлом классе, в будущий раз. Я разберусь заодно с этими предсказателями. Но во всяком случае идеи, я надеюсь, вы помните. После этого вы можете написать действительно начальное состояние, когда у вас будет два полного пункта, а конечное состояние у вас тоже превратится в это. И у вас расстроится следующая вещь. Вакуум, здесь будет у нас фихи и вакуум. А потом эти фихи вы подставите уже, отмотуете их при конечном времени, когда фихи у нас будут уже познакомиться. И когда свойство оператора вращения будет А плюс В с заточкой. И когда у нас раньше вот эта штука вот исчезала, мы просто так вот не выбрали, что она так называется, у нас тут получалось А. Ну, надо правильно представить, если как-то здесь, например, у нас было А, а она отвезла такая штука. И начинали состояние с первичного частицы. Я признаю, мы умрем. А теперь у нас возникает вместо А штука А плюс БКС. И вот этот БКС действует на вакууме, даст нам минуту. И оно содержит функционал В. И второго члена вы тоже возьмете. Вот. Член типа БКС, но комплексно сопряженный, и в итоге получится БКС. Понятно, я говорю, или легче? Я рассматриваю вот такую ситуацию, которая была раньше на нем, мы так подобрали, чтобы у нас ни одной частицы не было. Это просто вакуумная средняя от этого оператора в начальный момент. Пошли на конечное время, и там наш оператор рождения и уничтожения образовался вот такой. И когда мы на него смотрели, мы увидели, что то, что было нулевым раньше, окажется нулевым. Поскольку вот тут входит вместо А еще оператор БКС, который действует на вакууме, а это на частичное состояние. Вот. Тут еще надо помнить, следующее, пусть и помните, что вообще оператор среднего вакуума от ИСа с различных фильмов есть бесконечная величина. И она расходится как лямка в квадрате, которая нет обрезания. Вот. И поэтому надо просто вычесть первоначальное значение среднее по вакууму с конечным средним по вакууму, с конечным средним кругом, и останется это самое бета-канта в квадрате как амплитуда рождения частиц. Вообще всего этого можно избежать. Последняя мысль на сегодня, последняя мысль, что не обязательно нам определять новые вакуумные соотношения, тем более мы не знаем, что в космологии вовсе не обязательно у нас асимптотик от перфюм бесконечности, перфюм бесконечности, вполне никакого нет. А можно вычислять просто плотность энергии частиц хи, как функция времени, оставаясь в терминах прежних операторов рождения и уничтожения. Ничего не будет. И тогда мы получим буквально тот же самый ответ, и по-моему, меньше цены. Почему-то принято работать. Ну, это во многих случаях это полезно. Я включил поле, выключил поле и посмотрел, что стало со стороны. В этом смысле я обязательно буду делать полезно. Значит, за мной новый.
Ну что, все дальше получили закончено. Насколько я вообще не закончил? Поэтому мы со звездочкой на
називає мови попри аркастиди. Я говорю, в новому времени моя функція, моя фантомная воля, будучи разложеною по состоянию з определенной частотой, не только надо, знаете, за этим как следить, надо брать решение, отвечающее отрицательному браку. Ну, поэтому я пока интегрирую плюс-минус бесконечно, если я там должен сказать, что это не пускал, и тогда будет все совершенно так. Потому что все специальные имеются, а здесь тоже все не имеются. То есть, этот коэффициент, конечно, где все коэффициенты не работают, плюс и коэффициент. И вот эту штуковину, я сравниваю это выражение с этим, и говорю, ага, в новых условиях, на новом времени, вместо того, как рожать, я буду поставить вот такую. Я кладу это поле уже в новых условиях, и коэффициент при положительной частоте и минус n омега-3 для него положительно, есть вот такая остеть. И дальше оказывается почти что чудо, что коэффициенты АК и АК-крест и БК и БК-крест удовлетворяют экономическим коммутационным соотношением все условия альфа квадрата, где эти единицы без квадрата квадрата. Ну, тут на этот момент третий будет, можно в следующий раз проверить. Вот. После этого я вычисляю количество, что произойдет с кладочным элементом вот таким. Я выделяю отрадный n, числа частиц, которые есть n. Здесь надо брать нормальное произведение. А, да. А, есть на а. Больше папа, по-моему. Ну и там надо брать интеграл ВДК, ну оператор рождения частиц, определяем антропологальный оператор, делаем нормальное произведение оператора, чтобы у нас положение определенное, оператор расположил определенный метод, и стоит справа и слева, и это, ну посмотрите, как это занимание определяется оператор числа частиц. Ну, считаю вот эту штуку, n число частиц, а это n нормальное произведение, поскольку я так описал, чтобы брать эту штуку. Вот. Теперь я смотрю, что произойдет со временем с этой вещью. У меня эти операторы перейдут в офис-контейн. Здесь такой очень интересный. Безлибедовский решение, безлибедовский подход, когда функция остается на месте, а оператор... Эти операторы, вообще говоря, они... Вот. Так тут не функционируют со временем. Или мне лучше определить F. Работать в терминах F-функции, как определение числа частиц, как некий интеграл по положительным частотам от билинейного произведения их функций F. И тогда то, что будет в конце, у меня будет стоять такое же выражение, но только с A, а вот это вот еще полное. И теперь это уже не будет, потому что раньше у меня было A на вакууме, или на разных языках, а теперь оно будет A на вакууме, вот это стихи, содержит B-крест. То есть это БГС тратит мне частичку. И это приводит тогда второй Б, который возникнет от комплекса совершенного пока. Эту частичку уничтожит. И мне получится не называть. Вот это у нас сводится все дело. Я надеюсь, в следующий раз обойтись без всего этого, а считать компенсированием и получить тот же самый ответ другим способом. Пока мы получили, в принципе, ответ такой, что вероятность рождения частиц пропорциональна бета-к в квадрате. Ну, умножить на там, наверное, чего-то. Через неделю я думаю, получу, рассматривая плотность энергии и не меняя оператора. Ничего не работать. Тоже с изменяющей составлением функции F мы можем вычислять будем число частиц от плотности энергии. Немножко понять не стал, и не очень. Ты сможешь в времени, если ты сможешь начать сесть? Ну, в общем... Вначале начать сесть. Ну, так вот, оператор рождения приходит вот такой оператор рождения. Когда мы будем говорить работать с плотностью энергии, этих неоднозначностей не возникнет. То есть неоднозначно, ну, в каком смысле неоднозначно. Важно определить вакуум, который выполняется.
Ну, что, не знаю, о чем пока еще сказать. Ладно, если доживем до следующей пятницы, я попытаюсь рассказать это немножко по-другому, и так как вам больше нравится. Это просто стандартный подход, поэтому я его изложил. Но в космологии лучше читать плотность энергии. Третье, это все бесконечности, куда они потом деваются, вот, что они исчезают в разности, иногда исчезают все для вас, нет? Вот. Но, мне кажется, для разных все более прозрачно. Потом будет немножко более простые вещи. Как это мышление, и как эти уравнения решаются. Хорошо. Еще вопрос есть?